вот он, можно и не звонить. А, рынок, да, ой, я забыла. Сайрам, папа. Сайрам. А где крем брюшапы? Он только пришел с почты, он надо было отправить посылку. А уже. Пошли штанишки тогда посмотрим. Сейчас, подожди, давай попьем сока. Винит томата. Покупать овощи. Куда? Ой, нам нужны томаты. Мне нужны помидоры. Да, мне тоже помидоры нужны. Пошли вовнутрь. Сейчас попьем сока. Папа, I buy glasses, new glasses. Good, nice, да? Нравится? А ребята вчера. Very good. Какие глазки? Сколько стаканов? Это не нам. All right? Давай. Окей. Ой-ой-ой. Не, ну это можно так, где наша бродер? Ой, дайте тряпочку скорее. Саши, как-то это. Да. Язык трется от неба. Он сильно сладкий. Попробуй. Нет, я сейчас бери. Не холодный, нормальный. Хороший, да. Не холодный, может, это нехорошо. Холодненького. Ой. Welcome to Goa. Это водичка знакомый, да? Это муж знакомый. Знакомый. Дядечка знакомый. Они же в фотопарке вообще. Ирочка из Питера сама. Угу. Так, вот здесь 1 литр or half литр? 1 литр, да? How much now 1 литр? Это я для информации. For information, for... Maybe. Ага. Один стакан за 100 рублей. Maybe more, I don't know. Если покупаешь стаканами, то стакан 20. Да. Если покупаешь литрами, то литр, вот мы сейчас узнаем. And this is without ice. Давай, Тора, share for everybody. Ага. И без льда. Мы не берем лед, потому что лед неизвестный. Потом заболеешь. Да нет, нормальный здесь лед. Просто у меня может, да, бронхит быть. У меня здесь несколько раз случалось после ледяной воды, поэтому да. Ты забыла, сколько ты с горлом потом и кашляла? Я 3 курса антибиотика пропила, и до сих пор вот легкие немножко бронхи болят, если только хорошая крошку вещь. Холодного. And how much 1 liter? 60. Я же собираю информацию для канала, чтобы люди знали. Так-то мне все равно, сколько там он заплатил. Ну, а сейчас мы купим Людочке, надо джио или сим-карту. В общем, ей нужен интернет. Вот здесь вот у нас все связанное с телефонами. Разувайтесь, говорят. Шоколадку, наверное, мне отдала, нет? Все. Мы, наверное, полчаса, да, занимались? Давай. Поздравляю тебя с новым номером индийским. Да, теперь, возможно, ты будешь с интернетом. И, возможно, мы дозвонимся, все. И, наверное, он у тебя бы надолго, потому что раз покупали на индийца. Пошли штанишки покупать. Продолжение рынка. Я люблю вот у них бананчики маленькие. 60 рупий килограмм маленькие. Ну потом. Ага. Потом. У нас цель другая пока. А? Ой. Ой. Ну ладно, давай. Ага. Побежала защищать. Пошли. Ты меня защищать побежала? Ну, я думала, какой-то дядька к тебе пристал. Неопознанный мужик увез меня на Геленджик? Да. А это опознанный. Так, Бинди, но он купит Бинди. Так, это что за новая лавка? Я тут не бывала.
Синтетика. Стрейч. Вумен. Вумен. Вот эти ты, наверное, имеешь в виду. А, вот они. Да. Ириша, вот они. Я брала вот такой цвет. Я тоже схватилась сразу за такой цвет. Раз у меня такие уже есть, я же не буду вторых. А вот 410 тут у них нарисовано. А, 410. Ага. А то 300. 300. 300? Ой, да. Спешл у нас. Спешл. Ой, спешл у нас. Обалдеть. А красивые. А вот эти вот такие как бы... Ну, мне нужны штаны. Они по это, по качеству можно посмотреть, Иришка, хотя бы одну? Не ошибешься. А ширина этого сидящего места? Не хочет. А размер? Сайз? Сайз фри. Фри, фри. Ну, большой. Ну, короче, надо купить одни, померить, я обрезать. Тоже, как я думаю, да. Они длинноваты, надо же укоротить, да, делать, да, бриджами. Я вот склоняюсь к этими, между этими тремя. Вот, наверное, вот этот самый-самый-самый. Горчичный, гарный. Что-то я чувствую, не мое пока цвет. Ну, я сейчас вытеру, я выберу. Такой тоже, наверное, ничего, мне кажется, да. Такой симпатичный. Да, он чуть темнее, это, мне кажется, вот это будет неплохой. Ну, вот я вот между вот и таким, как бы, мне вот такой и такой нравится. Выбирала еще этими двумя. Или вот такой вот, еще, да. Зеленый, вот хороший. Между этими тремя. Где у тебя Bottle Green? А где вот ты прочитала? Bottle Green. А, бутылочная зеленый, а у меня пикок. Это павлин. Павлин. А у меня бутылочный зеленый, а у тебя пикок. А у меня павлин, да? Думаете? Павлин у меня дома лежит. Вот павлин. Такой цвет у меня дома лежит. Он хороший. Вот давай поглазеем, что здесь есть. Здесь есть сари, так, здесь нет, есть сари. Шарфики, здесь есть полотенчики, вот такие вот салфеточки, вот эти, носовые платочки, гипюр. Что? Вот эти вот чистый хлопок по 250 рублей. Прекрасно, а мы тащили аж из Калькутты. А да. Это что, сари? Сари, Я купила домой и сделала из них сарафан дома, просто чистый. В России, да? Да, чистый сеток. А здесь можно мне делать всякие разные занавесочки и на полочке, недорого тоже. Так это выходит дешевле, чем ты тряпку на стену покупала. Угу. Это взять и на стенку повесить. Да, окей. Я сейчас себе... Покажи. Хлопковая. Five meters, да? Five meters. Пять с половиной метра. Я уж сказала, раз я тебе... В общем, а полотенце, товарищи, вот здесь вот большой выбор. И что еще здесь? Платьишки, кстати, вот как я люблю обычные вот такие домашние платьишки, знаешь, вот, наверное, да? Вот такие вот. А это что? Замуж можно на всякий случай сходить. Ты думаешь, что одежда? Это может крестильное что-нибудь? Или на первое причастие? А, да, наверное. Ладно, замуж отменяется. XXL, я вас умоляю. А, ну это для пинджаби, сьют этот... Ну это же не XXL, явно. Правда же? Правда же. А здесь чего? Труселя мужские. А, мужеские труселя. По-моему. Да, ага. Да, мужские трусики. А там это, да, девочковое, это не замуж, это девочковое платье. Рубашки мужские. Труселя. Вот они платьюшки, вот они платьюшки. Я брала эти труселя сильно, ему понравились. Сказал, хорошего качества рубашка. Угу, так, все? Покупаем? Да. Подушка, что ли? Одеяло. Нет. А это конвертик, наверное, да? Для детей. Бэби. А вот эти мужские, смотрите, такие рубашечки. Ага. 38-й маленький вот такой. А это что? Смотри, а вот какая приятная. А это, это метраж, хлопочек, наверное. Да, by meter. Здесь yeah. How much one meter? 120. 120, один метр. Вот это такой приятный, слушай, вообще просто прелесть. Это же штапель. Штапель, да, а такой слушай. Приятненький. Пирогов есть 1000 с собой на меня. Есть, наверное. Если я еще на себя не потратила, то на тебя есть.
шапку. Хочешь шаровары, хочешь просто, что хочешь. Ага. Ладно, не все в один день. Нет, не все в один день. А вот хорошо, и посмотри, какая красивая расцветочка тоже, да? Давай. А ну-ка давай. Тащи обе. Наверх положим просто и все. Смотри, какая красота. Ой, правда красивая. И с купончиком, видишь? Наволочки можно нашить, вот, простынку делать. А сколько ширина? Ну, я думаю, небольшая. Наверное, метр. Ван метр? Да? Ван метр? Ширина. Сейчас я тебе скажу. Нет, больше, метр 10. Метр 10, ага, ага. Метр 10. Ага. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Я люблю тебя, жизнь, и пожить я еще готова. Да. Вот этот еще хороший цвет. Ну, не все сразу. Так, объясни мне, что ты будешь с ними делать? Что мне с ними делать? Скажи мне, я товарищ гуру. Не растягиваю, прикладываю к себе. И укорачиваю. И вот так ножницами. И все. А подшивать кто ничего тебе? Ничего не делается. Прекрасно держится. Очень хорошее качество, не обтребуется. Уже опробовала, я же тебе говорю. Да куда ты? Покороче просто, чуток покороче. Чуть-чуть. Ты потом их можешь длиннее натянуть и можешь чуть-чуть. Смотри, какая поднять. Красивая, посмотри, какая красавица. Я иду прямо на нее курсом. Она на центральной улице торгует блестяшками. Такое украшение на волосы, посмотри. Потрясающе. Здесь помидоры хорошие, они большие, побольше, да, вот такие вот, аж прямо трескаются. 100 рублей килограмм? Да. Да ты что? Поехали в Кутапарте, там по 30. 100 рублей килограмм. А томаты? А томата? 30 рублей. Ладно, остаемся. Не едем в Кутапарте. Они же сказали, из-за наводнения вымок весь лук. А-а-а. В Индии из-за мунсуна длительно вымок лук и чеснок, и морковь. Сказали, что будет очень дорого. А я привезла соковыжималку делать морковный сок себе. Мне он будет, ну, не по карману. Дорогой сок. Да ладно, я буду томатный делать по 30 рублей. Ну, и тоже вариант. И татуировочки у нее на руке, на правой. А сегодня Тьюздей или что? Сегодня... Ну, видимо, да. Или по средам у нас маркет. Вообще по средам. Все, сегодня среда. Вот мы и узнали, какой день недели. Да. Всего-то надо логика, Л. Всего-то увидеть маркет. 100 рублей лук, 100 рублей. Мы будем его кушать экономно. В гости приходишь, мы тебя луком угощаем, как дорогого гостя. А меня угостили тремя вот такими чесночинами. Так теперь надо беречь. Ой, я привезла тоже из России. Правда, мы уже съели. 5 чесночин было. Берегла долго. А тут лук я видела. Зеленого лучка я бы не отказалась. Ира, 600... И 700. 1300. Ой, это свои долги, да, записываешь? Да, да. Что ты сегодня уже прогуляла? Промукала. Вечером картошку. Промумукала. Найди мне лучше зеленого лука. А куда он делся? Куда ты денешься со своими долгами? Переведешь на карту, да и все. А лук вот исчезнет. А лука нету. Green onion. Green onion. Нету. Ой, а здесь какие крупные, гарные, красные причем. А вот прайс томата. Смотри, по 40, а там по 30. Но эти лучше. Ну, куда но по 30. Ну, по 30. Но по 40. Но вчера. Ой, два огурца. Бери, бери. Я не знаю, я Саши наказала купить у огурцы. У тебя же не хозяин купит. Я надеюсь, ты знаешь, иногда... А, это плохие. Вон там хорошие валяются. И вон хорошие в мешочке. Уже кто-то разодрал мешочек. Иди покопайся. Ну, какой хорошенький. Удовлетворена? Да, практически. Пошли. Пить хочется. Где сода? Спасибо.
Нету. Ничего, сори, говорит, нету, говорит. Найдем, найдем. Сода как-то вкуснее. Ага. Вот здесь. Ну вот, дети пришли за соком, за шоколадками. Я сейчас тоже куплю себе отдельно. Да я куплю, ты пей, потому что это быстро заканчивается, такая вещь. Ага, эти, да, давайте, эти. Сдачу соды. 20 рупий стоит. Покажи сладости, ага. Разные. Ну, сделай презентацию, что почем. Вот эта халва, похожа на турецкую, такими ниточками. Она, по-моему, по 65, если не ошибаюсь. Ага. 65. Я их все уже цены знаю. А есть такая, как... Злоупотребляешь, да, Пади, да. Тут долгими зимними, да, вечерами, да, халвой? Но здесь вот только такая разная. А есть еще, знаешь, прозрачная с орешками. Я люблю вот прозрачную, вот оранжевую. По 50. Эти очень вкусные. Вот это с пенат, этот... Это фирма Халдирамс. Вот хорошая фирма. Я, I show you. Ага. Ой, а банку-то... Банку под мышку хозяин не заметил. Сори. Пошла с банкой. Господи, мы с тобой как не выйдем, так и позоримся. Ну, что такого? Что такого? Давай лучше эти пустые коробки искать. Вот что важно. Найдем. В этой жизни. В этой жизни важны коробки. Мы вот тут перейдем. Скорее всего, или какая-то труба там лопнула, или кабель, что-то такое, что надо раскопать, наверное. Я так думаю. Потому что если бы просто дорогу ремонтировать, им бы и нафиг не надо было еще 100 лет. Вот здесь вот принимал хороший доктор. Здесь у него аптека была, да, тут же аптека. Прямо он можно... принимает, видишь? Да, наверное, принимает, только аптека закрыта. Может быть, на обед, не знаю. Ну, может, да. У него прием утром и вечером. Очень хороший, да, доктор. Я вспомнила с этой стороны, я перепутала немножко. Угу. Выбора нет особенного. А что тут? Да ковшик же, смотри, теперь себе для кашки, для молочка. А-а-а. Я же осталась без ковшика. Угорчение. Да не говори. Бизнес на этих полочках. Молодцы, вот просто молодцы, мне вот нравится. Без ничего. Без ничего. 500 и 750. Не знаю, что там наверху пооткрывали. Какой-то банк, кредит, что ли? А у меня, товарищи, очки теперь там, где надо очки. Правильно? И фирменные. И фирменные. Настоящий полароид. Да. Настоящий, да? Ну, во всяком случае, по... Хватит бедно жить, настрадались. Пережили голод, переживем и изобилие. Да. Прямо за 10 долларов очки. Не, ну это ж со скидкой. Да, так-то они дорогие. Даже ближе так. А, дойти. Ну давай тогда, давай. Целуемся, давай. Пока-пока. Ага. Вечером или утром притащу. Ну, у тебя сейчас уже телефон будет работать, так что я тебе прозвоню. Да, рестарт. Ты мне можешь звонить. Хорошо. Все, а это моя дорога. А ей туда. Пока-пока. Ой, а что это такое? Почта, что ли? Какое мимими. Посмотрите, три кота. Ой, а этот чудненький, посмотрите, вот который на Гитлера похож. В том году я его снимала. Какие вы все хорошенькие. Подросли. Дом, милый дом. Саши уже дома, двери открыты. Ну, сейчас буду готовить что-нибудь. Вот, дорогие друзья, не уходите, оставайтесь с нами. Как буду загружать, не знаю. Это беда. Интернет здесь медленный. Это не беда-беда, это всего лишь огорчение мелкое. И неприятность эту мы переживем. Ух ты, папа, мы будем трудиться. У него есть молоток. Хорошо, вот и вон то. Greenpeace. Open Greenpeace. I open and you make. Ага.